преддверии 8 марта на входе музыкального театра мужчины не пропускают ни одну даму. Каждой дарят весенние тюльпаны. Таких букетов ровно 1250 по количеству приглашенных на праздничный концерт. Сегодня прекрасных женщин специально пораньше отпустили из офисов и кабинетов. Это женский день, это самый лучший день для женщин, для всех, и для всех мужчин. Сегодня уже и сами дамы не всегда вспоминают об истории праздника. Своими корнями он уходит к далекому 1908 году, когда 15 тысяч женщин вышли на улицы Нью-Йорка, требуя равноправия в труде и права избирательного голоса. Сейчас, когда все это они уже получили, в топе другие пожелания. Счастье, наверное, просто. Хотим детей здоровых, мужей верных. Ну и здоровье близким. Женщина любая хочет иметь рядом с собой настоящего мужчину, который о ней будет вспоминать не только 8 марта, а каждый день. И любить, и уважать. Уже со сцены поздравления звучат не только тем, кто пришел на концерт, но и всем женщинам. Ведь именно слабый пол делает мужчину сильным, признается губернатор. Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко не скрывают своих эмоций. Благодарит прекрасную половину человечества можно бесконечно. Это праздник наших мам, потом наших девушек, потом наших жен. Я прекрасно помню, как в детстве пытался найти что-то такое, чтобы подарить маме на 8 марта, и этот праздник и мой подарок она помнила хотя бы неделю. И, наверное, в этом есть принцип жизни. Любить чуть не всей своей жизни тех, кто дал тебе жизнь, и жизнь вокруг тебя создает и поддерживает. А это вы, дорогие наши женщины. Самый лучший кусочек вы всегда отдаете своим детям, потом мужу, а потом то, что осталось, уже кушайте сами. Мы не можем просто подвести вас, вот вашу заботу, тепло и то, что всегда вы нам даете. Очаг. Очаг, который всегда полон, который тепл, и мы знаем, что у этого очага нас всегда ждут. У нас на Кубани самые красивые женщины, у нас на Кубани самые заботливые мамы, у нас самые надежные и любящие жены. У нас на Кубани женщины растят будущее и нашего Краснодарского края, и будущее всей нашей страны. Хочу пожелать вам в первую очередь в ваш женский день вот этой неиссякаемой энергии, чтобы она вас никогда не покидала. Потому что если уже вы опустите руки, то поверьте, нам очень и очень мужчинам не просто придется. С праздником! С днем международным, днем 8 марта! Здесь присутствуют женщины, которые представлены во всех сферах жизни. Сегодня женщины занимают лидирующие места в спорте, политике, бизнесе. Женщин отличает высочайшее чувство ответственности за порученное дело, профессионализм. И этим женщины очень сильны. Вы – главное достояние нашей страны. Наша гордость, наше вдохновение. Здоровья вам, семейного благополучия, веры, надежды и любви. Поздравления продолжились праздничным концертом. На сцене выступали лучшие творческие коллективы Кубани, а главной звездой стала группа «Ласковый май» с их незабвенным хитом «Про белые розы». Ну а у мужчин осталось меньше 2 дней, чтобы найти ответ на такой сложный и одновременно простой вопрос – чего все-таки хотят женщины? Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.